Этой зимой в Улан-Удэ было зафиксировано аномальное пробуждение трех ручьев в микрорайонах города. Из-за образовавшейся наледи жители не могут попасть к своим домам. Сейчас в мостовом специалисты комбината по благоустройству расчищают русло под железнодорожным мостом. Подобная работа была проделана и на Верхней Березовке. Расчистка наледи на станции дивизионной осуждена тем, что земли находятся в ведении Министерства обороны России. Мы фиксируем о том, что в микрорайоне дивизионной данные ручьи проходят непосредственно по участкам существующей застройки. В настоящий момент комитетом городского хозяйства совместно с администрацией Советского района проводится работа по выяснению обстоятельств, как и почему были перекрыты ручьи, русла. Также совместно с Министерством обороны прорабатывается вопрос об организации моста для беспрепятственного передвижения жителей станции дивизионной. Которые еще не получили. 498 федерального закона. Гуманное отношение именно. То есть вопрос решается. Вопросы по приютам, вопросы все сейчас...